Всем привет! Вы на канале Крутая Белка Эмма. Сегодня я буду распаковывать самодельный шарик Лол. Вот так он выглядит. Здесь написано LOL, Surprise и молния. А вот так шар выглядит с другой стороны. Здесь написано, что попадется под каждым слоем. Подсказка, способности, бутылка, кукла. Ну и давайте начнем открывать. Под первым слоем должна попасться подсказка. Итак, открываем слой и смотрим. Вот такая вот подсказка нам попалась. Это котик плюс девочка. И тут написано «Cat Girl». Вот так вот выглядит второй слой. Здесь нарисованы картинки, что умеет куколка. Плакать, плеваться, писаться и менять цвет. Давайте же его откроем. Здесь нам должно попасться наклейки. Вот такие вот наклейки нам попались. Куколка может менять цвет, плеваться, писаться и плакать. И мы можем знать, что куколка может делать, добавив воды. Третий слой. Вот так он выглядит. Здесь нарисованы красивые бутылочки. Ну и давайте посмотрим, какая нам бутылочка попадется. Давайте посмотрим, какая нам бутылочка попалась. И вот она. Вот такая вот нам бутылочка попалась. Она розовенькая, с такой вот серебряной крышечкой. Итак, ребят, нам осталось открыть последний слой. Я очень волнуюсь. Ну и давайте уже посмотрим, какая нам куколка попадется. Открываем. Итак, я уже вижу, нам попался золотой шарик. И у нас должна быть блестящая куколка. Вау, какая куколка нам попалась. О, какая нам красивенькая куколка попалась. Она была вот в таком золотом шарике. Он блестит, переливается. И вот такая вот нам куколка попалась. Она вот такая красивенькая, тоже блестящая. Волосы у нее серебряные, с блестками. Также у нее блестит одежда. Такие вот шортики и маечка. Вот такая вот у меня куколка получилась. Этот шарик Лол я делала 2 часа. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока!